Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Даша и Артур. Привет. Мы продолжаем проходить «Властелин колец». Лего «Властелин колец». Я постоянно забыл. Мы, похоже, в Азенгарде. Что происходит, я не совсем понимаю. Нам показывают, как делают. Но, видимо, делают Урукхай. На скотину. Что это было вообще? Вышел из стиралки. My fighting Urukhai. One of the halflings carries something of great value. Bring them to me alive and unspoiled. Конечно. Kill the others. Сарма. И белая длань Сарумана на их лбу. Так, мы находимся у побережья. Так, нам туда, поэтому полазим, давай тут еще. А, я забыл, как называется этот лес эльфийский? Лориен. Лориен, да, мы приближаемся к Лориену. В последней серии мы потеряли Гэндальфа. Он, как вы знаете, погиб. Его, блин, его утащил с собой вниз, и у них там произошла довольно эпичная битва. Смотри, что я нашел. Но что делать с этим? Мы не знаем. Не знаем. Ну, то есть мы обязательно решим. Так, а туда мы вылетели. Но Леголасом. Это уже, наверное, иди не туда, на записи. Вон, видишь, там ты должен быть. Леголас. Я тут упаду. Так. Оп. Не-не-не, вот видишь, вот. Ага, вот, понятно. Иди туда. В общем, иди, сейчас а мы... А я тут полажу, смотри, ну, что-то еще есть. Приближаемся к Лориену. Это... Блин, зачем ты прыгаешь так? Никак. Там секрет. Она еще и тонет. Это подло. Это просто... Ай, просто подло. Да, блин, да что ж ты... Да, опять перелет. Фух. Хорошо. Так, это мы. Зачем-то пропрыгали. Блин, ну это просто издевательство какое-то. Так, а что дальше? Ну, наверх. Ну, я не смогу за край зацепиться, я думаю. Чего не сможешь? Попробуй. А, смогу. Видишь? Давай. Какой я бояка. Чтобы Леголас прыгнул высоко, нажмите крест. Спасибо, капитан. Жизнь без капитана, очевидность. Очень трудна. Какой крест? Я вот один раз сказала крестик, мне пишут в комментариях. Она что, не знает, что это называется X? Да пусть те, кто говорят такие глупости. У меня это называется крестик и нолик. Не, ну вот посмотри. Если здесь буквы, то на этом... Это буква О, это буква X, это буква квадрат. Это буква треугольник. Короче, хватит глупости говорить. Это крест. Так, я слетел. Куда? Вниз. Где в самый ты? Низ. И сейчас мне нужно по новой, что ли? Опять? А что ты? Как ты? Подожди, как ты? Тут малейшая ошибка, при том, что это очень сложно. И ты начинаешь все сначала. Практически. Я вот думаю, стоит ли это всего? Я хочу еще раз попробовать. Ну, да, я тоже хочу. Да, попробую. What? What? Why, Вася? Могу. О, хорошо. Давай. Сюда. Пришел. И он там, вон, это просто пипец какой-то, ну. Кстати, да. Получи. Так. Получи. И распишись. Отлично. Там, в принципе... Заметил, что монетки идут ко мне. Да это вообще несправедливо, по-моему. А здесь вообще мирная такая зона. Здесь, по-моему, монетки идут в общий. А, да. В общак. Так, Леголас может ходить по веревке. А, вот тут я слетел. Сюда наступать нельзя, мне нужно... На более высокие точки. Ой, ух, хорошо. Молодец, давай. Ух, так. Ой, камера, что ты делаешь? Вот еще не хватало сейчас из-за камеры упасть.
Такая, ой. Так, не падай, пожалуйста. Добрый, прикинь. Все, я пошел отсюда. Это просто выше моего понимания. Как так можно? А, да вот, смотри, куда попал. Давай. В другую сторону, в другую сторону. Ты такой принц Персии. Да я вообще просто сам по себе тащусь, честно говоря. И что же там? И там, на самом деле, практически ломай, ничего. Ломай, ломай, может там что-то. Ну, сейчас. Стоило оно того, нет? Наверное, нет. Ну, хорошо, теперь у нас такие. Просто, я так понимаю, в будущем все равно будет банальная зачистка всех этих помещений, чисто для себя. Угу. И мы просто будем... Вот забудем, что мы сюда запрыгивали, еще будем париться. Так, ну ладно, что-то мы, как обычно, залипли в начале тут. Давай все-таки двигаться уже к Лориану. Хотя нет, подожди, пусти. Временами, когда нам дают, мы залипаем. Это круто. Вообще-то, вот тут вот. О, я нашла тропинку. Блин, я хочу быть голумом. Иду. Слегка подпрыгивающих объектов Лего разбейте, чтобы... Понял? Тебе говорят. Мне? Делов не знаю. Это тебе, по-моему, говорили. Леголас. Корбин. Корбин Даллас. Лило Даллас. Корбин, да, Корбин. Мультипаспорт. Это мы скоро планируем смотреть. Пятый элемент. У нас как обычно. Да, нас прет. Даша, а куда мы идем? Нет, ты не туда идешь, не иди туда. А что это? Нет, это Крадрас, нам туда не нужно. Это горы, мы там были уже. Нам нужно в Лориан. Ну, понятно, что нам нужно. Я просто не знала, что это Крадрас. А ты куда пошел? Я вижу монетки. Мне норм. Что это? Я не знаю. Иди туда. Это мифрильные маки, по-моему. Мифрил, я тебя ненавижу. Мифрил, что ты делаешь? Прекрати. Хорошо. Я ухожу. Надо я вот зайти устал. В интернет и почитать. Там я, кстати говоря, заблудился. То место, откуда я пришел, как мне казалось, на самом деле не то место, откуда я пришел. Здесь много всего крутого. И там лежит... видишь, что там лежит? Да. Надо это как-то взять. Это должна брать я. Я тебе покажу, как, если я тебя найду. Но я тебя вряд ли найду. А вот вижу стрелочку. Иду. Иду. Это было... Ты видел? Из кустов вылетели птички. И дали мне монеты. Я, конечно, все понимаю, но... Как? Ой, смотри, что я нашла. Ух ты. Видишь? Как мне вернуться? А, вот тут поворот, похоже. Ага. Стоп, я поняла. Что происходит? Это вдвоем, наверное, надо делать. Нет, я успею. Давай, бери. Отлично. Так. А теперь покажи мне, где ты был. Come on. Быстро. Идем за мной. Где ты? Пойдем за мной, Гимли. Вот эту деревянную фигню могу ломать я. Какой деревянный фигня? По-моему. На которой мифрильная. Мифрильная побегу. Вот, ну все поломать нужно. Да. Кстати, у нас скоро 300 тысяч будет. Хотя бы нам дали приз какой-нибудь. Мы должны... Вот тут кого-нибудь вот купить прикольного. Ну, там был Фродо. Хотя я бы купил Назгула бы. О, да. А вот смотри, можно с Сэмом что-то вырастить. Короче, залипая возьми на опушке Лориана. Будет называться серия. Где я потеряла? Ага. Так, сначала нужно зачистить вообще место ото всякого разного, чтобы не думать, и что нас не отвлекало, чтобы... Так. Шо? Ага, видишь вот это? Нет.
я имею в виду канат. Ну, канат-то я вижу, но как на него попасть? Ой, Фродо, вот, прости. Вот тут, сейчас я знаю. Я чувствую это в воде. Я чувствую это в земле. А вот это что-то навоняет. И в воздухе что-то запахло. Зачем? Зачем ты это сделала? Иди, прекрати. Иди, Леголас. Офигеть. Давай, наверное, ты. Потому что я прыгать, ты знаешь. Ну да. Ну хотя подожди, я попробую. Нет. Оп, оп, оп. Оп, оп. Но вот ты мешаешься только мне. Даша. Как ты это сделала? Это нечестно. Я не могу это сделать. Так, стоп. Теперь я должна что? Теперь, да. Ну все, теперь не можно не делать. Смотри. Ты что? Как ты думаешь? Может быть здесь? Ну, почему бы нет? Это просто, видимо, мирок небольшой. Ну, мы почти дошли до Саурона. Да. Давайте, говорит, мы туда будем идти 3 фильма, а обратно долетим за 10 минут на орлах. Ой, молчи. Это просто... Все, пойдем, короче, в лоре. Мы, как обычно, залипли. Ну, теперь уже точно идем. Подожди, а это что такое? Где? Нет, это просто кусты. Теперь уже точно идем. Это что такое? Подожди. Так, хорошо. Ведь каждый раз перед записью мы друг другу обещаем. Так, все, мы не собираем. Мы ничего не собираем. Мы идем по сюжету. Все. Поняла, Даша? Да, ну я поняла, конечно. Смотри, кустик. Смотри, они же плавать не умеют. А, вот. Понятно. Я не знаю, туда ли это меня ведет, но я иду по дороге приключений. Как там дорога желтого кирпича? Глория. Это туда. Это ты чё? Это откуда пошёл? Смотри. Чё они там? Они танцуют эту финскую... Это флешмоб какой. Ну да. Как этот финский танец называется? Это чё это происходит? Ты оп! Это было круто. Вот, кстати, актриса, которая играет Галадриэль, как она мне не нравилась. Нет, а мне нравится, у нее глаза красивые. А этот нос? Ну ладно, что? Капец просто. У нее смотришь на глаза. Зато она очень красивая в фильме «Таинственная история». Бенджамина Баттона. Да. Где там один старел. Вернее, одна старела, а другой молодой. And for you, Samwise Gamgee, elven rope made of heath lime. Thank you, my lady. Wow. Farewell, Frodo Baggins. I give you the light of Erendil. May it be a light for you in dark places. When all other lights go out. Нага. А, прикольно. Так, ух ты. Ух ты, ух ты. Квадратиком грести. Я первый. Ух, смотрите, стоят такие маленькие. А нет, они казались маленькими. Так, почему я не могу повернуть налево? Нет, могу. Я сижу вообще не в той лодке. Органы. Тут никого нет. А первый фильм меж тем подходит к концу. Угу. Довольно быстро, причем. Но это было круто. Пока что самое крутое для меня было в море. Лететь вниз и драться с Барином. О, я не знаю. Я только дело, что копаю, рощу растения, меня бросают. Я ломаю. Не такие уж и маленькие. Да, аргонат такой. Та-да-да. Та-да-да.
О, я кушать хочу. Только что кушали. Ну, я еще хочу. We should leave now. No. Orcs patrol the eastern shore. We must wait for cover of darkness. Where's Frodo? Gimli такой. Он пошел за Фродо. Капитан. Ну, Фродо как бы там хворост собирал. Ну, ладно. None of us should wander alone. You least of all. I know why you seek solitude. А, нет, это Буромир хворост собирал. Фродо просто гулял. There are other ways, Frodo. Фродо как обычно. I know what you would say. Фродо как Карл. Исходящих. Warning. Карл? Лори, где Карл? 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 Какой Карл? Так, это я сейчас буду прятаться. А у тебя там, как обычно, какая-то... Бегите, спасайте меня. Да, сейчас. О! Боромир. А он тебя ищет? Отдай его мне. О, нет, я не отдам его тебе. Ой, я тоже. Блин, я на тебя засматриваю. Найм. Короче, мне нужно его обойти как-то. Блин. Возьми камень. Так, сейчас я... Так. А, палить. Это еще. Ага, ну вот факел. Это факел. А, опять он ищет. Ищет просто. Во. У меня здесь такое место, где пригодился бы скилл. Так, что мне тут делать? Леголаса пригодился бы скилл. Так. А мне я не знаю, что. Ну, я, честно, тоже не знаю, что у меня тут. Смотри, смотри, пас, спасуй меня. Это было прикольно. Так, ну, кто бы знал, что это такое? И как я могу зажечь костер? Да. У меня нет Сэма. Картина. Так, и как же мне не от тебя? Мне факел. Тебе факел нужен, а мне какой-нибудь камешек не помешал бы. Так, ладно, залажу, залазию я сюда, вылазию я тут его. Ну, и что дальше? Блин, что мне делать? Ну, вот кто бы мог подумать, что факел будет находиться в этом... А, вот, толкнуть надо было. Неважно, неважно. Все, наконец, доктору. Для меня. Я что-то собираю. Затрудняюсь сказать что. Что там у вас происходит? Что-то происходит. Тут чья-то рука. Что это было? Я? Это... Я своих поставлю.
Я что-то разрушаю тут все пока. Все ищет. Так, ты увидел таких уже где-нибудь? Нет. Вот, ты видишь, блин. Что это нам даст? Если там сколько? 6, по-моему. Кошмар, что творится? Фродо. Боромир вообще ничего не подозревает. Какая-то хрень происходит. О, бросить надо. Блин. Что это я такой сделал? Так, хорошо. Блин, я люблю вот такое. Вот вроде у меня все есть. Чего делать? Непонятно. Так, ну ты, я так поняла, еще не хватает чего-то. Кейзис. А! Кого? Я сначала убью. Так, все, я все сломал. Я ж сломаю, дурак. Я ж сломаю. Так, вот, все ломать, короче, надо. Понятно. Не знаю, что я делаю, но что-то офигенное. Блин, я тут вообще катапульту построил. Боромир вообще ничего не заметил. Боромир такой, все в порядке. Ничего необычного не происходит.